Антош, подожди, не всматривайся, дай мне ответить. Я думаю, это биотуалет. Почти угадал. После этого потом биотуалет. Значит, вы, не знаю, в курсе нет, но Антон, в принципе, так и стоит. Он молодец, он всегда держал верный путь и направление, настоящий мужчина. Он, не просто говорит, а он еще и делает. Он построил дом, вы в курсе, да? Вот. Давайте поаплодируем этому мужчине. Потом начнется дерево и так далее. Дом у него деревянный, да. То есть экологически чистый, Антош. Сейчас только... Вот когда приходишь в магазин, приходится все время смотреть на состав ингредиентов. Как, да, а у тебя ребенок маленький. Вот я тебе дарю хлебопекарню домашнюю. Вот если ты осилишь этот предмет, да, и когда я к тебе приеду домой, и там меня встретишь дарницким хлебом, я тебя пожурю, а так похвалю, да. Так что давай, пеки дома свой хлеб. Давай. Паш, ты готов? Давай. Я поэтому, я знаю, что ты ее знаешь, поэтому давай вместе. Bye.
Прям подготовься, пожалуйста.